На кадрах видеорегистратора из салона патрульной машины видно, что при составлении административных материалов мужчина кладет 100-долларовую купюру в свой паспорт, а затем пытается передать документ сотруднику ДПС. На предупреждение полицейского о том, что дача взятки – это уголовно наказуемое деяние, нарушитель не отреагировал. Наоборот, он вынул купюру из паспорта и положил в карман двери служебного автомобиля. Настойчивый мужчина вновь вынул купюру из кармана двери и, спрятав ее в автодокументы, оставил файл на панели патрульного автомобиля. Инспектор ДПС сообщил о попытке дачи взятки в дежурную часть полиции. Данный факт задокументировали сотрудники следственно-оперативной группы. Следственный отдел по городу Коврову регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации в отношении мужчины возбудил уголовное дело по факту покушения на дачу взятки. Кроме того, в отношении правонарушителя составили и административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом виде. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.